На прошлой неделе прошел профилактический рейд, направленный на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Он был направлен на выявление подростков, находящихся в общественных местах без сопровождения законных представителей и контроля за соблюдением так называемого комендантского часа. В рейде приняли участие представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии Магадана, а также активисты общественной палаты города и сотрудники правоохранительных органов. Ну, наступил у нас учебный год, и время нахождения на улице для несовершеннолетних с 23 уже перешло на 22. В этот период до 22 часов наши ребята, обучающиеся до 16 лет, должны находиться уже дома, готовиться ко сну, готовить уроки. И вот цель сегодняшнего рейда – это мы проехали по общественным таким публичным местам и на предмет нахождения здесь подростков до 16 лет. Патрулирующая группа посетила излюбленные места отдыха молодежи. Беседки на Магданской площади, около ТЭЦ «Маримол», парк «Маяк», сквер на улице Болдырева, скейт-парк в городском парке. В ходе посещения указанных точек было зафиксировано несколько случаев нахождения подростков после 22 часов без взрослых. С ребятами провели беседы о соблюдении комендантского часа и необходимости нахождения дома с 22 часов до 6 утра. У нас будут выезды и выходные дни, но вот то, что сегодня мы увидели, что, в принципе, встречается достаточно большое количество молодежи, даже в такой будний день, хотя завтра учеба, в пятницу, вот многие 8 часов должны быть на занятиях. По репликам самих подростков, родителей многие не знают, что их дети находятся вот в такое время на улице, просят дети не снимать их, чтобы мама не увидела, папа не увидел. Ну, причин нахождения разные. Кто-то просто гуляет, кто-то там в магазин вышел. Но хочется обратить внимание наших уважаемых родителей, что, во-первых, ну, надо, наверное, следить за своими детьми, знать, где они находятся в вечернее время, чтобы они нормально высыпались и на следующий день занимались в школе. Ну и, конечно же, не отпускать вечернее время в магазин, девушек там и так далее. Город у нас спокойный, но тем не менее мы с вами понимаем, что безопасность наших детей в наших руках. Напомним, что в Магаданской области действует закон о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Статьей 5 закона не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, ночное время, без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на улицах города и в общественных местах, в том числе стадионах, парках, в том числе стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования. Ответственность за данное нарушение наступает на основании части 1 статьи 5.35 Кодекса административных правонарушениях в Российской Федерации. Влечет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Необходимо обратить внимание на то, что в случае повторного выявления нарушения родительских обязанностей, в том числе связанного с безнадзорным нахождением ребенка на улице в ночное время, рассматривается вопрос о постановке родителей на профилактический учет подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.